Трава. А, нет, сетка. Кусок сетки стоит. Я туда нефиг кидать, значит. У нас там кусок сетки стоит. Это за что так? Все, кирдык. Палки. За 2 рубля. А за что же он так зацепилась-то? А, вон за крючок. Крючок зацепился за ветку. И палки пришел кирдык. Вот так вот. Сразу скажу, что спиннинг трехчастный и сломался на стыке комеля и среднего колена. Далее будут мои размышления, но не утверждения по поводу, почему сломался спиннинг. Для чего все это? Ну это типа как дневник рыбака, чтобы лет через 5 посмотреть, как это было. Придя домой, я начал копать информацию и размышлять, что же я сделал не так. Понятно, что зацепов не избежать, но на других палках такое было и рвалась обычно плетня. Ну и как я думаю, докопался до сути. Учителей у меня нет, приходится додумывать все самому. Ну вот, собственно, сам спиннинг. Это Royal Spirit 2.1U. Он в кастинговом исполнении, трехчастник, это как travel-версия. И ну и самое, что нам сейчас важно, это вот, смотрите, вот этот параметр line 2-6 libra. Это его как бы тест по нагрузке. Запомните эти цифры, продолжим. Так, теперь переводим наши либры в килограммы. Вот нашли таблицу в интернете. Давайте сначала минимальный. Минимальный у нас тест 907 грамм получается, но он нас не интересует. Ставим шестерочку. У нас верхний тест 6 либров. И вот получается 2,70. 2,7 килограмма, там какие-то миллиграммы, граммы. Короче, 2,700. Округляем, будет 2,700 в килограммах. Запомнили. Для чего я это как бы перевел, поймете сейчас. Ну и вот, собственно, в чем моя ошибка, как я считаю. При выборе плетни я не перевел либры в килограммы. И, как видите, я превысил тест спиннинга примерно на 300 грамм. Ну и вдобавок харизматичный заброс. И все это вкупе сделало то, что случилось. Ну и вывод из всего этого. Надо быть внимательнее при выборе плетни для своего спиннинга. Смысл тут что-то делать? Хотя посмотрим сейчас, что там получилось. Достать бы еще вот этот остаток. Та-та-та-та-та-та. Приманка-то хрен с ней. Спиннинг бы достать. О. Даже грузик спасли. Вот так вот палочка сломалась. Вот так она закончилась. Весело. Интересно, что.